Абакан, улица Кирова и практически самый центр города. Еще год назад здесь был запущенный участок, а теперь торжественное для всех горожан и гостей столицы событие – открытие современного парка. Инициаторами выступили сами люди труда, поэтому благоустроенный уголок носит их имя – сквер строителей. Поэтому возникла определенная идея. Значит, большое спасибо главе администрации города Абакана, департаменту градостроительства. Они поддержали нашу идею, выделили вот такой замечательный участок. В сквере множество скульптур. Например, огромные гвозди, фигурки людей, стенды с достопримечательностями Абакана. Центральная скульптура – город-сад. Она олицетворяет назначение профессии – строить комфортные цветущие города. И, конечно, прогулочные дорожки и скамейки. А вот летом здесь заработает фонтан. Я хочу от имени всех горожан, и больших, и малых, и детей, и взрослых, от всей души поблагодарить и сказать огромное спасибо нашим абаканским строителям. Слава абаканским строителям! Ура! Кстати, новый сквер строили всем миром. Руку приложили более 40 организаций. Абаканцы не скрывают эмоций. Говорят, парк прекрасный. Нужны! Да, очень даже нужны. Потому что есть еще один уголок, где люди могут посидеть, отдохнуть, где-то с кем-то, с друзьями пообщаться даже вот в этом, на этом участке. Потому что он такой вот интересный, современный. Вообще такой дизайн урбанистический мне очень нравится. Да, мне очень нравится данный парк, очень интересный. Поставили новые статуи. В будущем здесь планируют проводить профессиональные праздники и вручать дипломы выпускникам строителя. Полина Назарова, Дмитрий Щеглов, РТС.